В этом видео я расскажу, как пользоваться сервисом для типов соответствия Google AdWords. Заходим в утилиту для работы с типами соответствия Google AdWords. Копируем сюда список ключевых слов. Можете копировать сразу из Wordstat. В поле «Предлоги» вписываете нужные предлоги. Ставите галочки на нужные виды соответствия, допустим, я хочу только точное соответствие, и нажимаете «Получить ключевые слова». Утилита сразу вам генерирует в нужном соответствии. Все, что вам остается сделать, это скопировать в браузер.